Псалом 16. Молитва Давида. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да воззрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею. Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим».